Всем доброе-предоброе утро. Посмотрите, что творится. Ой. Вот так. А я вчера, не вчера, вообще все дни радовалась. Ой, в четверг никто не работает, а я пойду работать, денежку заработаю. Накуси, а выкуси. Нифига ничего не заработаю, я даже не поеду. Время уже около 11. Я все сидела, ждала, ждала. Думаю, вдруг пройдет, вдруг перестанет. Нифига, он только усильнее становится. Представляете, погода у нас. Буду домашними делами заниматься. Вот так. Поглажу, постель поменяю. Не знаю, что еще буду делать. Пришлось сегодня доставать мужу опять его куртку. А я все уже убрала. Я говорю, так у нас же уже осень. Весна, вернее, весна. А глядя на погоду, у нас не весна, а осень. Представляете? А муж такой говорит, да он кончится. Я говорю, ну да, часа в два, когда я уже все, рабочий день закончится. Ой, ну пипец какой-то. Лежала, лежала, думала, думала, думаю, ехать, не ехать, но... Он не просто капает, а он прям льет. В такую погоду никто не пойдет. Тем более сегодня праздник, выходной, четверг. Вот так вот, видите, все как всегда. Мы предполагаем, а Бог... Мы располагаем, а Бог... Нет, мы предполагаем, а Бог располагает. Чарли лежит мой. Отдыхает, да, моя сладкая рыбка? И на улицу-то с тобой не сходим, моя рыба сладкая. Ти, моя рыба. Да, поздоровайся. Давай, поздоровайся. Поздоровайся. Ой, митикитин. Он наверх сходил. Пришел оттуда, как мокрая курица. Вот видите, хорошо иметь террасу. Он туда сходил, свои дела сделал. А иначе куда бы ему? Пришлось бы выводить его. А так, видите, он сам сходил. Сам все сделал. Дождик все помыл. И все. Ладно, буду я, наверное, я уже позавтракала, говорю, уже полежала, пождала. Нет, он только увеличивается. Весь день льет дождь. Знаете, что самое обидное для тех, кто... Страстная неделя, кто ждет процессионы, ведь они же не только ночью бывают, они и днем бывают. А вчера, на которой я была, да, процессион, на котором я была... Смотрю сейчас Инстаграм у родственников. Пришлось вернуться этому шествию назад в церковь, представляете? Ну, то есть, буквально, когда я посмотрели, мы уже ехали домой, дождь начинался. А в Севилье, допустим, в Кордово, это большие города, там вообще люди готовятся, там столько народу всегда, там вот грандиозные шествия эти идут. Там, я не знаю, столько людей. И вы знаете, когда вот такая погода... Люди готовятся целый год к этому шествию, ну, вот, верующие действительно, они там, знаете, как рыдают, они на улицу выходят и прям, ну, вот как, я не знаю, это как, ну, для них это очень важно, и они так рыдают там, что вот не, так готовились, и нельзя было все довести, как говорится, до конца. Это для меня театр, а для верующих-то это как бы, ну, что-то более важное. В общем, вот так вот буду смотреть, и дождь передадут на сегодня, и на завтра, кстати, тоже. Странно. Даже в прошлом году не такая страстная неделя была. Видите? Смотрите. Каждый день у нас дожди, видите? Суббота, воскресенье, понедельник, опять в среду, в четверг. Мне самое главное, чтобы в нашу... На нашу Пасху в воскресенье не было дождя. Ой, а то будем рыдать, как они здесь, правда. Ждешь, ждешь, готовишься, готовишься с девчонками встретиться, а потом бац, и не сможем. Ладно, пойду, я не знаю. Придумаю какие-нибудь дела себе. Погладить, например. Дело в том, что у меня, я почти ничего никогда не глажу. Но после зимы там все равно достаешь все неглаженное. Там всякие рубашки или еще что-то туда нужно погладить. А так я в основном не глажу. У меня машинка стирает, взвешиваю все наверху, и все замечательно высыхает без единой складочки. Сало сейчас буду солить.
по рецепту сестры. Вот. Потом получится вкусно, вам сообщу. Ну, думаю, что получится вкусно. Правда, куски такие, они тонкие. Ой. Ну, ладно. Думаю, получится. Будет вкусно. На Пасху у нас будет сало. О-хо. Ешьте сало, чтоб свисало. Кстати, сало полезное для организма, чтобы там не говорили, но кусок сала очень даже полезно. Вообще, мне кажется, все полезно в меру. Ну, кроме, конечно, там всяких чипсов. Про это никто, естественно, не говорит. Чипсы разные. И всякие вот эта вот еда, которая точно не полезна. В общем, солю. Поставила еще яблоки варить. Ну, яблоки, компот. Яблоки, которые уже не начали портиться. Там уже рассол готов. Надо ему остыть. Ой, в общем, всех клиентов перенесла на вечер. Они мне сейчас звонят. Что делать, куда бежать? Я говорю, ладно. Вроде бы после обеда не обещают дождь. Приеду после обеда. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Чаю попью. У меня сегодня кулинарное утро. Во-первых, я сделала морковчу. Такая вкуснятина. С грибами, с китайскими. Мне Таня привозила еще давно китайские грибы в подарок. И вот они у меня есть. Я здесь семечки жарю. Сейчас помешаю. А для морковчи нужно масло. Лук обжариваем на большом количестве масла. И добавляем это масло в морковчу. Ну, вы, наверное, все знаете. Лук я не использую, который жареный, который в морковчу. Так вот, что с этим луком делать? Выбрасывать? Ни в коем случае. Заливаем яйцами и делаем такой омлет с жареным луком. Ну, это мужу. Видите, он там очень вкуснятский. Кстати, вот он пришел. А это еще у меня сало уже замаринованное. Оно сутки должно стоять вот так, без... Ну, не в холодильнике, а потом еще в холодильнике. Я уже поработала немножечко, сейчас поедем на пляж. И мне нужно машину отсюда убирать, потому что здесь нельзя парковаться, будет шествие. Поэтому вообще я, знаете, сейчас поднималась сюда, и там внизу стояла полиция. И говорили, что нельзя парковаться, заезжать наверх. В общем, я дала, развернулась, проездила по городу. Опять вернулась, и уже никакой полиции не было. Представляете, буквально это заняло 5 минут. Я думаю, что они мне не могли сказать, что они через 5 минут уже свалят. Я уже думала, полезу пешкарусом на эту гору. Странно как-то. Остановили, главное. Не, нельзя на машине подниматься. Я развернулась, дала кружочек. И потом гляжу, машина другая поднимается. Думаю, нормально. Полицию уже свалила. Едем на пляж. Смотрите, сколько, как это, мышмала. Там прям вообще много столько. И спелая, ее можно уже собирать и кушать. Вкуснятина. Мы уже все нагулялись, едем домой. Дон дева? Алькоче? Динга?
Пожалуйста. Пожалуйста. Просим. Просим. Куда пошел-то? Ндева? Ндева? Пинга? Ой, да, твои чучи дома тебе дам. Я тут немножко убираюсь, разбираюсь. Вы знаете, что подумала? Сегодня же по испанским страстной неделе чистый четверг. Вот я решила немножко убраться. Ну, так совсем чуть-чуть. Пыль протереть. И так вот. А Чарли мой отдыхает. Вот так вот. Ведь это вот он все наделал. Вот это вот он все наделал. Тут вот ему как удобно, так он и спит. Да? А мамке совсем не помогаешь. Почему ты мне не помогаешь? Только все спишь и спишь и спишь. Вот, в принципе-то я уже почти все сделала. Сейчас стиралку загружу. Ой, только знаете, что передает дождь. Я не знаю, когда она будет сохнуть. Гадина такая. А дождь передает до понедельника. А у меня там уже две машинки набралось. Постели сменила. У меня сейчас муж-то болеет, ангиной. Он спит на другой от кровати. Я его, как говорится, перебазировала. И вот оттуда тоже надо с ним постель стирать, да? Как же любит, чтобы его чесали, а? Ты любит, как он чесаться? Тут ведь чесали бы его, чесали бы. Ой, ну все, ну все, ну все. Разбудила, разбудила, разбудила. На свою голову. Теперь целоваться надо. Да. Счастье мое. Счастье, это мое счастье неземное. Ай, за что же мне такое счастье? Ай, за что мне такое счастье? За все хорошее, за все хорошее. Ой, любовь какая у нас. Еще это я не поняла, что ты хочешь? Ладно, все, хватит любви. Ой, ну блин, ну вообще, ну да вы посмотрите, ну вы посмотрите. Ну вы посмотрите, ну это что, ну это что? Ну как можно не любить такое? Ну весь выворачивается. Ой, ты моя любовь. Ой. Такие ласковые собаки вообще, я не знаю, все такие ласковые или только мне досталась, вся ласка досталась мне, я даже не знаю, все мне, наверное, ой, и поспать успел. Только знаете, он продажная шкура, он сейчас пойдет на стул, сядет, чучи, чтобы я ему давала. Смотрите, я даже могу встать, пойти типа на кухню, а он... А он место у него для чуч. Чучи-мучи. На, вот такие малюсенькие тебе, да. Малюсенькие, совсем маленькие. Ой, уронил. Вот, чай поставлю себе. Что-то даже жарко стало, знаете. Вроде бы там выглянуло солнышко, блещет на лугу. И все дела. Но все равно не то. Сало тут мое. Солится. Оно уже приняло вид такое вкусное. Выглянуло солнышко. Я уже его хочу. Но будем ждать. Потому что его потом нужно еще чесноком натереть с перцем. Чтобы уж совсем было шикарное. Так что пока буду ходить облизываться. У меня там морковча есть, а такая вкусная. Но сегодня уже все. Рот надо закрывать. И он открыт только для жидких продуктов. То бишь чая без сахара. Блин, а у меня желей уж закончился. Там у меня надо в магазин на следующей неделе сходить, специальный чайник, и купить все это. Ладно, заканчиваю дела. Машинку нужно поставить. Смотрите, как красиво такие тучи. Да и на небе. Такие прям мощные. А вот особенно вот это вот на горе, как будто, да, так низко, как будто вот так вот рукой дотянешься и берешь вот так. Вообще прикольно. А еще, мне кажется, наша соседка уехала. О, гляньте. Видите, паук? Видите? С крыши. Паук. Нормально. Я не боюсь пауков.
Не знаю. Что они могут сделать? Ничего, правильно? Так что их бояться? В общем, красиво на улице. Чарли, бинго, баму, под энтер. Все листья намело, надо опять пылесосить. Вот такие вот у нас дела. Чай, пойду пить чай. Минимум, а дальше будет видно. Ты чего, какой год? А как я буду видеть с детьми? А что, до Парижа самолеты больше не летают? Какие самолеты? О чем все, ты говоришь? Игрушки капец. Ты что там делаешь? Ну не могу же я оставить детей здесь. Все, там. Разорил а всю игрушку. Это даже не обсуждается. Я ничего не буду. Все, вытащил я всю, детей, всю. Я имею право видеть своих детей. Хватит! Завтра я жду тебя. Вкусно? Я тебе сказал. Вкусно? Нет. Митико. Хорошо. Митикитина. Михвапо. На праздник. И михвапо. Всем спокойной ночи. Завтра у нас опять выходной. Но завтра я уже точно никуда не поеду работать. Завтра, наверное, поедем на пляж погуляем с Чарли, как всегда. А потом не знаю, что будем делать. Ну, вы следите за мной, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите, что там будет дальше, завтра посмотрим. Я даже сама не знаю. Так что всего вам самого наилучшего. Прощаюсь с вами до завтра и всем пока-пока до завтра.